И я хочу вам сейчас представить того человека, который присоединился к нам буквально вот совсем недавно. Человека, который является гением в нашей индустрии, человека, которого вам, наверное, не надо представлять, вы сами узнаете его, когда увидите, это Игорь Альбертсон. Всем добрый вечер, для меня действительно большая честь быть здесь, быть посередине между этими людьми, действительно гениями нашей индустрии, я могу сказать, империя восстанавливается. Я буду с вами честен, я увидел эту возможность 1 год назад. Мне о ней рассказал Джухо Пархияла. Он мне все рассказал, очень подробно все объяснил, и правда в том, что я в это не поверил. Я не принял для себя эту идею, и, честно говоря, я совсем в нее не поверил. Я сказал ему, что это не для меня, потому что я, в принципе, такой достаточно дикий человек, и все вот эти вот технические моменты, криптовалюты, это не для меня. Я, честно говоря, совсем ничего не понял, и, естественно, не стал этим заниматься. Но через несколько месяцев мне позвонил мой хороший друг Аарон Штайнкеллер и сказал: «Игорь, ты должен приехать в Дубай, тут что-то невероятное происходит, невероятная компания». И я, естественно, спросил, что за компания, он говорит: «OneCoin», и я говорю: «О, это вот то, что связано с криптовалютой». И он сказал: «Да-да-да, ну ты приезжай сюда, и здесь все увидишь». И мы с Андреем отправились в Дубай. И я был поражен тому, что они присоединились к OneCoin, и мы говорили, и я был очень удивлен тому, что я там увидел. И я сказал себе: «Игорь, это невероятная идея, это действительно гениальная задумка. И есть два варианта, либо это все закончится через 2-3 месяца, либо это станет действительно чем-то очень огромным. Необходимо подождать». Я голландец, и вы знаете, как голландцы, они всегда все смотрят, все пробуют, но ничего не покупают. И в этом случае я себя повел как самый настоящий голландец. Я сказал: «Давайте подождем». И через несколько месяцев я увидел все вот эти вот статьи в газетах, журналах, очень известных и очень авторитетных, о тех людях, которые OneCoin делают деньги. И я позвонил Штайнкеллерам и спросил: «А вы действительно зарабатываете столько?» И Аарон сказал: «О чем ты вообще говоришь? Мы зарабатываем гораздо больше, чем мы зарабатывали когда-либо раньше». И я-то знал их уже давно, я знал их еще, когда мы вместе были в Органа Голд, и я знал, что они делали просто невероятное количество денег в той компании. Но он сказал, что «Да, мы здесь зарабатываем гораздо больше, чем мы зарабатывали когда-либо раньше». Я сказал: «Но это невозможно». Аарон сказал: «Хорошо, приезжай в Макао, я сам тебе все лично покажу». И я сказал: «Окей, я приеду в Макао и посмотрю, сколько ты действительно зарабатываешь». Потому что для меня настоящие лидеры, настоящие бойцы – это те, кто не один раз что-то могут сделать. Настоящий победитель, настоящий боец – это тот, кто падает на самое дно, но потом доказывает, что у него есть сила духа для того, чтобы подняться снова, построить все снова и сделать еще гораздо больше, чем он делал когда-либо раньше. Тогда в моих глазах ты становишься действительно настоящим лидером. И я могу сказать вам честно, эти ребята, эти парни это сделали. Я приехал в Макао, и что я увидел? Снова собрали зал несколько тысяч человек. Я увидел некоторых икон сетевой индустрии, которые тоже присутствовали на этом мероприятии. Я увидел Эзекиля Меленца, я увидел несколько еще других испанцев, с которыми я в очень хороших дружеских отношениях. И я сам себе сказал: чего ты ждешь? Ты знаешь этих людей, ты знаешь эти команды. Ты видишь, как они зарабатывают, чего ты ждешь, почему ты до сих пор снаружи, почему ты до сих пор не внутри. И мы присутствовали на этом мероприятии, и я могу вам честно сказать, с большим моим опытом, что ни в одной компании я не видел такого огромного количества людей, которые стояли бы на сцене и которые делали больше 50 тысяч евро в месяц. Делали 100 тысяч евро в месяц, делали 250 тысяч евро в месяц дохода. Делали 500 000 евро в месяц. То просто представьте, человек, который зарабатывает 500 000 евро в месяц. Это огромное количество денег, и не только для голландцев. Я увидел людей, которые делают даже 1 000 000 евро в месяц. Есть несколько икон в мире, которые тоже делают такие деньги, как Декстер Ягер, как Холтон Бакс, которые зарабатывают сегодня свыше 1 000 000 евро в месяц. И здесь я познакомился с несколькими людьми. И человек, который разговаривал со мной 1 год назад, он делает 1 000 000 евро в месяц. И я был в шоке, потому что всего лишь 1 год назад этот человек был в моем даунлайне, и я мог сказать, что он, ну, практически ничего не зарабатывает в этой индустрии. И в моем мозгу, да, то есть проносились вот эти мысли: как это возможно, что я пропустил.
в той поговорке про ослика, который на одни и те же, на один и тот же камень наступает несколько раз, я себя повел как вот этот ослик, который дважды отказался от этого предложения. Я сегодня могу сказать, что это лучшее предложение, лучшее для любого лидера, который сегодня работает где-то в мире. Если вы себя воспринимаете как лидера, вы можете быть уверены в том, что здесь вы заработаете гораздо больше денег. Здесь вы станете действительно очень-очень богатым. Здесь вы действительно получите стиль жизни номер один. Здесь вы действительно сможете наконец-то стать финансово независимым. Все это бла-бла-бла, которые обычно говорят во многих сетевых компаниях. Это настоящая сделка и это настоящие деньги. Не какие-то понты, не какая-то показуха денежная, не какой-то Gangnam Style, а действительно люди, которые зарабатывают. Я встретил Майкла, и я, честно, я даже не буду вам говорить, сколько он зарабатывает, потому что это невероятно. Я никогда не видел человека, да, то есть, который не был бы связан с криминалом, и который бы зарабатывал и держал бы в руках столько же денег, сколько сегодня он держит в этой компании. И я могу сказать вам, если вы лидер, и если вы смотрите это видео, быстрее как можно сконтактируйте с тем человеком, который вам его показал. Потому что, как сказал Кристиан, до этого... Через 3-4 месяца компания не закончится, но момент времени, вот этот важный, он будет упущен. Если вы считаете себя средним сетевиком, который просто инвестировал уже довольно-таки большое количество денег, может быть, в одну компанию, может быть, даже в несколько. Если вы тот, кто искал свой горшочек золота на конце радуги, но все, что вы пока имеете, это большие счета за эти поиски, может быть, от вас уже ушел муж, жена, потому что все, что у вас сегодня есть, это только ваши большие мечты. Я вам скажу сейчас одно. Coin год назад стоил 50 центов. И я еще раз повторюсь, я очень глупый. Я действительно невероятно глупый. Потому что если бы я тогда знал, что через год coin будет стоить около 3 евро, то есть это более 400% чистой прибыли, я бы сразу бы сказал «да». А просто представьте, что произойдет в следующие годы. Увеличение каждый год будет минимум в 500-600 раз. И может быть, если вы обычный человек из сетевой индустрии, и вы не представляете, где найти 50-60 человек сразу в свою команду, максимум, что вы можете сделать, это найти одного-двух, приходите сюда, потому что здесь у вас нету никакого риска, вы ничего не потеряете. Вы получите обучение, вы получите токены, которые можете использовать. Вас всему научат, как превращать эти токены потом в коины, да, то есть как заниматься майнингом, для этого есть обучающий процесс. И вы получите 500-600% чистой прибыли за год. Последнее, но не последнее по значимости. Если вы, как я, вы уже достаточно богатый, и у вас очень много денег в банке, что вы будете делать сегодня с этими деньгами? Вы пытаетесь их инвестировать, вы покупаете акции, вы покупаете валюту, вы покупаете туфли, часы, что угодно, но если вы хотите действительно безопасных инвестиций, обратите пристальное внимание на криптовалюту, потому что криптовалюта – это будущее всех валют. И OneCoin – это криптовалюта, которая всего лишь за год проделала путь от нуля до номера 2 в мире. И сегодня доктор Руша говорила о том, что мы сегодня номер 2. И это никому не нравится, быть номером 2, потому что номер 2 – это первый проигравший. И мы сделаем все возможное для того, чтобы стать номером 1 в мире вместе с доктором Руши. И это принесет вам невероятную прибыль. Если вы придете к нам, то ваша прибыль будет просто невероятной, потому что мы будем бороться за это. И помните, всегда ваше будущее создается вот теми моментами, которые вы либо используете, либо нет. И с этой компанией все возможно. Мой вопрос для вас, вы верите в это или нет? И если да, то готовы ли вы стать тем, кем вы должны стать? Если ответ тоже да, то тогда обратите внимание, мы все здесь. Огромное спасибо тебе, Игорь, и ты действительно правильно заметил, да, то есть название компании это OneCoin, не TwoCoin, и мы действительно на пути к тому, чтобы стать номером один в мире. И это произойдет в течение следующих нескольких месяцев, может быть лет, но это не важно, рано или поздно это произойдет. И спасибо большое, что ты сегодня с нами здесь, да, то есть я вижу, как с каждым днем наша команда становится все больше, и наша команда снова объединяется.
И мы сможем сделать то, что мы уже однажды сделали, только сегодня сделать это вместе с OneCoin. Мы точно будем работать очень тяжело и сильно для того, чтобы восстановить все, что у нас было, и сделать это гораздо больше, помочь миллионам семей во всем мире обрести финансовое благополучие. И это то, что сегодня мы будем делать все вместе. Я не буду говорить долго, я человек, который находится в этой индустрии совсем недавно. Но что я узнал уже об этой индустрии, от тех лучших людей, которые в ней есть, в первую очередь от своего дорогого наставника, моего тренера и, на самом деле, моего мужа, ты должен находиться в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми, вместе с командой, которая намерена выиграть. И здесь сегодня мы ищем тебя, поэтому будь готов, потому что очень скоро ты окажешься в нашей команде. Люди, которые находятся здесь рядом со мной, они настоящие акулы. Я, может быть, еще маленькая акула, но вместе мы найдем тебя. Поэтому будь готов. Мы готовы.